сейчас были такой же маленький. Вот видите, какие красавицы. Выросли на моих песнях. Спасибо вам большое. Вам нравится? И мне безумно нравится. Я ощущаю себя как дома. И, наверное, еще есть одна причина, почему мне сегодня так поется. Потому что я, наверное, слукавил. Впервые я приехал не 20 лет назад. Я впервые приехал сюда 40 лет назад. Причем не сам. Меня привезли. Маленьким мальчиком привезли сюда мои родители, которые выступали здесь, в этом городе, на Черном море. Выступали в потрясающей программе, где исполнялись песни на разных языках мира нашими известными артистами социалистической эстрады. Это было очень модно в 60-е и 70-е. Я это помню, эти концерты. И, конечно же, запомнил этот город. Тогда в первый раз. И, конечно же, тогда меня выводили на сцену мои родители. А сегодня мой папа в зале. Известный болгарский певец Петрис Киркоров. Которому недавно исполнилось 77 лет. И я очень хочу спеть песню, которая звучала тогда, 40 лет назад. И я впитывал в себя звуки этой потрясающей песни, из которой, может быть, сегодня не было бы моих песен точно. Guarda che luna, guarda che mare, questa notte senza te dovrò restare. La 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 la, вы знаете, я, конечно же, могу эту песню спеть до конца. Но я не могу себе позволить, чтобы в городе Одесса, когда 40 лет назад звучал этот голос, 40 лет спустя этот голос должен звучать. В 77, как 27. Петрис Киркоров! Guarda che luna, guarda che mare, questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna ti rassomiglia a guardare, resta soltanto tutto il rimpianto. Che peccato nel desiderarti tanto, ora sono solo a ricordare e vorrei poterti dire guarda che luna, guarda che mare.